Абзира шимас телехопча, еха, харахата, и така за чехей зарадзо, а вот бы я сахатыхрак зараюрта. Александр Чачипа ихцху ахот пьесахи тыхрат зараюрта, а кыршук сейны пынгылана, а чоханцы, скульптуры, а графики, а дизайни, а сахи тыхрат кыцлыхыр, хырхарта курча, а хыба изму ачар, а хирадзо хинткарат успарту. Арахар зарат процесс пшишук сайцойт, и рыдыркует, а юпетпи, а жизетпи, а глаз скоро учтымтача. Цинзаска зарарцойт, фивюкар конзачар. Саха хопшуа. Ехать за мной, не цхать бы я в кахаре дух. Хочу, чтобы все чхать сейчас по. Бри энергия. А чара встать за рагана хала, и расаха тых рагана хала. А рыхра. А капсату и коу псарами. А хваба апана капсату. И лоуцару, и ау рыхро. У бри гана хала система. А школка, а студия, а жарят процесс, где обасим чхат кат пала, а жи пасе шика захить, обас рмхажа я урхван икан убревизика рачаки камшес бо, я хаб вынес акошарачи я хай ика зеркалап, а спортачи я хай ика зеркалап, хуйчик. А при цаха-цаха, при структуре корча цаха-цаха, а рыхра, хисхау. Ишхучу, да, рыхроп, ишхучу. А при та студии, которая русская цахара, ишхто русу рахалршам и бзурана, и убадзом, и матю, матю, хашка с хохо. Хабхедзара рачала студент шахих оцариурта чахазара злу алухар патагала заща и снаги хаму. Шуксык ялак дзена цара зылшора илкаара хасчлым хау пяз гуайтует оцариурта айхабы. Асах ятыхрат школ кварматчра яхкана арах яауа чар асах ятыхрат школ яхым сызруб. Уи хэрада проблему парцарат процесса анархёйт арцевча рахирак. Ха халоп и халагу гирак зия. Ахноб зиги халаго. Ато, юбеги мекан элкара, уякрыгам, хучика бис хуцругу бапсынпыла, а школа бис бахчак рыла жбирчин зинаргаз, арцишад нерпиргарыр тахныги, хпаконизы кургылан, ваха юлцу мусаха тыху рюдр вейхан, а бриюзанас элым кара тхуцрыху гэп суайну кагалот. Знызынла, избан зарвус фиргу ебот, и расаха тыхра, Уякры, вот дует зима, гирт, не царь-царь, хе, вот дует. Ну, вот сюда, где хунта дана сара, я был, я спрашиваю, хада хакала зумаха. Ирулцу абабхан зекоб, янтология, хахучкак, кина срыма зара экзамена ганахки, янрана хажко, янрана хажко. Избан, ус рыду лаханала, гала сфях нарбот, ван задвиги, где мир бадзис тазихан, и димир бадзацис тазихан. Жерацара карцону я есть, и разные как вчера халшу нуртаха. И колахет узги, как им бадзак, он карандаш, пока еще зим друга данайла, генас из закацара ханала, говорит, ирласна, ирласна яхара, кара, ирласна тхалот, елка, араги, псебараги, ирласна усур, яла. У якнан тариф шаро, бас, шик рахан ты, а двик виджа. Ари хочек, я на алос из дрома, хочек, апсец клеюзу, бира. Крам, ты чхану, рус, он целару. А на саре уже айбет я курс опусами? Ари айбет я курс, хоч хахайхал, уже карандаш на писаха тыхра ги, рапшкашка ги, а при ауюй хоч саха тыхра ахуап на хай на хау. Я хуап на свою опера, хоч система. Я ауюй хочу злаша в кылу абла, панца, кишелам, хаурцик хазы хазрит цара, нас яра, а при
плоскостюха, герхота, хотя она не... Я ей пишу, ты сход, хагун, куй, нуцкали, цана, на том, где абью, гроги, жих, яку, гиги, а брин 30-го периода зухинок, врахно. А гирех нас задца из инак зудооп, из инак зудооп, и та сход, высера, сердюр, ахшира, не уси, нас ахшира, кнуп, харгулу, и не пшу, и два. И сумо, пора, сара, увелка, ан, рыцбух, кусходзом, аха, чунт, зекун, рака, и сумо, сара, дара, дергирам, зекун, зуккуа. И вот она сара индивидуал познающая нас от церемого копаха, это хорошо, а джи дарай какны из ногорок, а джи я хайру отдюнет, халады с хоцер пепш. Хзаччави зачар рабья корыла, рхала ял рхаз занатуб асахя тыхра, уртрабжара ехоб зынза карандаш сымкыц репш и хучахас и тыхозги. И у бараду ехоб аджиханца факультет и ха асчилам харашаму дарарабжара. Я пица сихаму пра уехать сахетухра, и чем же захан халагит, мальчик сан, я хесал год хускуяна год. Уси Мариома я хоп хауи. И чеке замхе, скуяна год со сихан. Сантаски мили замаха, ксим кавазар, харцови симшара дуок, тхас хауи. Сара скучаха со сахетухра бдизбон, наски жуашук сарахвара нас хызвуз, асахатыхра в школах царстыхын. Вайх снукун хушук сарахвара студиях. Нас ажбабе класс санауго зубриам тазыхын и сэцбет асахатыхра цары юртахирах ставард. Ихэдбиам тазы, нам хэсчыц, ауэ ихэчтарха бэрюхава гэдэ цара, уанза геометрические фигуры бэха и счубр тахон. На дюрмортку, и гешук сазухин апхан аблинерги хаман, лаги акаваки джахнукун, и тахкун. Нас я хоп хауи, я рей шип тахуц хуй бзал цуама. Мап, я рада мап. Я сам ша сусы на джуй тах, ак скуп хадзом, серчей, серчей стахуп. Ари, она, я хараки гаутароп, я хай халашу, я хейкару. Я хочу сказать, 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 я хочу сходя с колледжа при сахетахра бзизбот, ай харадзек срез губхот абсабара тахра, ай хабшит кварачен и ехопа. Ус мышка шаха саат птахуэй? Мышка саат, мана юй саат, яра хата ам тазыскует, бас юй саат, саат кар. Нас абриятахам табржи, шип тахачка зибзалцама? А как у сумы паха, царя и тысхазы с губхот. Ахылап шрабзи рыму барцаю цверган ахэла, араха акыра пыша зму, агабы зло, ахатраку, аустарвэй. По выпуску мы даем квалификацию по отделению, допустим, отделение станковая живопись, да, да, или же художник-керамик, но в то же время они получают квалификацию преподавателя в школе или в детской художественной школе они могут идти. Вот когда уже они заканчивают здесь учебное заведение. У нас есть учащиеся, которые в детские сады идут, работают, идут в школу преподавателями рисования. Раньше немножко другая была специализация. Мы выпускали еще и преподавателей черчения в школах. А сейчас вот преподаватели рисования 5-6 классов, потому что мы проходим обязательную педагогическую практику в средней школе. Это 3-4 курсы. Сперва пассивная, потом активная. Приятца райур, то есть тоже стоял бы ты мачем кожару сами. У барцик сахи отыхают ялгома, и шпаку это глаза еще. Парад, зиг сахи отыхают не за алатром. Ял шоубри, амаца зызва тхалот сахатых иду. Убрика змыжва тхало, амаца зуло и пса, и пста зара загизик убрехтан свой тхало. Агис арцавира, арцавира, яман шало геоиду, опа знагаше
зени здорово, зицаб зио, пытка здорово. А хасрей сделка отзом и саха тыхвим, закутр цей хо. У брехучек и сделка отзом, яревнуцала дохала, интеллектла, дырчевимзер, дырчевимзер, саха тыхвимзер, и резнейго зекуэ. Уя паршей акхап и резнейго, а дура и знагома. Убри ахраб, убри индивид, ваштан ирчей харани охочи злахинца, а дуало, убри ей хой. Убри ами яша дизу, а карандаш кыши ирца пуй. Абри адуаха гана хала, ихаду гана хала, ей харан дизу кой. Убри хучик сара иззелка адзум. Юбарту пацариурта джацхабча и хайши хау арпарча раста, аха скульптура зинатача арпарча пожераргойт. Зовут меня Александр Жачек, я на первом курсе. Как ты начинал? Сперва вот эта нижняя форма, потом выше, выше, лепим, а потом смотрим на пропорции и выравниваем. Много сложностей. Например? Вот... Клепить из этой глины. Вот, пропорции изменять. Все это долго. Мучительно, но в итоге вот такое выходит. На протяжении какого времени ты уже трудишься над этим? Недели там две вроде, как я помню. А пластик от Берджиам тал диплом ту сумтоп, а рябаюхат про зло ацхап. Зывет за рахараку сумтоп, а аху ищет лардзавен. Челария Джулиана, скульптура, четвертый курс. Ну, впервые я пришла в этот класс и увидела много скульптур, много работ. И меня это очень вдохновило, и мне очень понравилось. Вот. И я уже познакомилась со всеми и поняла, что мне здесь очень комфортно, мне здесь очень нравится. Вот скажи, вот с чего вы начинаете учебу? Мы начинаем, мы копируем работы, вот, и эта копировка помогает нам в дальнейшем уже работать от себя. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать скульптором? Мне кажется, нужно чувствовать пластику, нужно любить, самое главное — иметь желание, вот, и я думаю, все получится. Но ты, получается, уже выпускаешься, правильно, в этом году? А какие планы в дальнейшем? Вообще я бы поступила, конечно, на высшее образование, но специальной скульптуры нет, вот. Поэтому я думаю развиваться дальше, то есть в свободное время я буду посещать, конечно же, наше училище, продолжать развиваться, вот. Так, думаю, начать с обучения детей, наверное. Угу. Обучать детей мне всегда было интересно. Зебра тема, лирика. Чего нам это купшмить? Я за его тему. Алихи. Адзгабьячку не. Безуха заши. Али дела, хану де нас, кя начку наха нас. Лихи, нас ты лихи. И псаху это же уже сапцари, хай. Дело хазер, стахон сара, хазала сара. Пластика хветаха, деловар, ямой, аски, чкетзамаха. А поэзия, поэтика, дух, духовность. Я характерка, что кулы амрал дук пхот, абстазара делахаве, дохатим гейм цара, кусу хараваза. Ай, хэпи амтаски актуалу. Ай, адунел чалык бе.
Адзарыур тадбахёзар ехет биам тазатагыла заащат шгям, а материал техник ад база харамам поигуб. Рабхяга иртаху пачырт бар, а знаткур хабхядзара яцырдзырцыз. Убырты знатку сарабра адгил рахзархойт, милат хазыртани алар хтаху пажа чакумка усахна. Ожара жира дудзу зыкам царги, нас обижги гиги, нас вожаха политейни цехары узечум карги, амчуя керамике, абри. А керамика ала гащат в кедзам, уштан ва иш сырбот шнаган, а кацлых. А гис амчу хампада убри и чахам каарады псухама дзамаам тэгь хавсе, ара хучека тэпки, маншала дзамагимаха, Радгил хочет хзархуе, а я хабыры тебу псхот, убри на, дук харем гак обрием чау са дула раззары, штыс харц гвито, и калап яра хапхеги, харем гаква. А керамика хушаджи и лави ласроб, а джара нышеп шелхны и уэпшим усум токоры гадзарат зас ирыман. Я вообще здесь вот был сад и как-то мне тетя сказала, есть художественное училище в городе Сухум. И решил прийти сюда. Вообще я шел на живопись, и Амиран Сергеевич, наш директор, подсказал пойти на керамику. Ага. И вот так я меня заинтересовала керамика. Ты доволен сегодня, да? Да. Сперва делали наброски для того, чтобы крепить их. Ага. Потом скульптура, еще вон глаз, нас сюда начали делать. И так мне очень нравится здесь. Мы используем красную глину для... Ну, сперва обрабатываем глину, да, чтобы она была жидкая, ну, нормальная такая, чтобы можно было лепить из нее. И уже сами форму придаем. Я с удовольствием работаю здесь. Очень доволен, что поступил сюда. Сара, Сария Кучубири, Сыхцу. Керамика, Айбепекурс. Да, разгуя охоту ара ауса хезву. Сразу же ауса дозволот ацис. Хутик соспала ги остат с культов. Ам тата хуб да разы. Мо хутик ауса дохолот. Аха, уста разгуя охоту. А я имею, что ты твой татарат, то есть арабу сами. Сколько по времени, допустим, вот эта фигурка у тебя занимает, чтобы ты ее вот изготовила вот в таком виде? Все зависит от того, ну, какая идея придет в голову. То есть эти человечки я сделала на ходу. Вот, то есть пришла идея, я быстренько скаталась, сделала. Ну, понравилось, я решила оставить. Допустим, если я делаю что-то другое, то мне уже приходится делать наброски. Ну, скажи тогда, что вот для тебя керамика? Керамика — это... такая профессия, где ты можешь отобразить все, что твоей душе угодно. Полет фантазии, можно слепить то, что, допустим, маленький ребенок представил себе что-то, и он может это, ну, воплотить как бы в реальность, сделать себе такую игрушку, показать, ну, все свои фантазии, то есть можно вылепить в глине. Сарай сахицу Мадина Патхуарепха, хучаха саратахра бзиспон. Аха, а школа саналга за нейсан филогит факультет стало. Саналга лега нейсан схысар ходит асахатага храб царайвртах. Наса бейпшишек саялаг за нейпцей бзых ацо я хебиамтез. Хебиамтез агабилен саацу. Композиция косата, декоратив, атаки, гиски, гирта, игрочами хахарда, куяхапа, купизм, конструктивизм, авангард, портрет, коги сатсу. Джоханца анпи, анатюрморт, гиски, аштко, ноштко. Компьютер, где усада хулут, уяхцот,
а шрифт, анбан, а логотип, апхер, пигитскуазер, пригласительный, вывеска, ира, уя такие процессы, ира, инук тыркулу, а композицию мы ира, апхер, сахупшу, татепалас ход, и хейс попхозер, и разных гатах рассалагу, а гис саган, джирас тыркулу, а приятап, мачки с чего даю. Такой бумой. Санал галека и уяда гелуски сюда хоч хорче, хоч бахче, ах уаги с хесор ход араист задрисовыз, хоч ква тахрад сердзода, пластилин дома гискюга. Уяда гис габелин сала крестахуби, декоратив сахаку, а юна арпштарас. Здесь чистым выйти, ну, не судьба, ты или будешь заляпанный весь, или никак не получается. Ну ты скажи, вот какие материалы вы чаще всего используете, и это ваши личные, правильно? Да, кисти, краски, масло. В основном больше уходит белила, потому что это самая там, неотъемлемая часть, чтобы писать картины. Вот. Ну скажи, почему ты выбрал именно это направление? Еще в детстве бабушка за мной заметила, что типа я рисую пальцами, пытался что-то рисовать, она увидела это. Ага. И она такая, его в художественную школу. Давайте, ага, типа в художественное училище. Вот и так и пошло. Ну вот скажи, художник может работать всегда или настроение играет роль? По настроению. Вот это все происходит по настроению. То есть, как у тебя сейчас здесь лежит, ты так и рисуешь здесь. Если у тебя настроения нет, ты скажешь, не буду ничего делать, не хочу. Но это не то оправдание лени? Нет? Нет, это не оправдание лени, мне кажется. Совсем не оправдание лени. Бывают сложности, да, когда ты обращаешься или к учителю с вопросом, какой здесь цвет добавить, какой цвет здесь добавить, как здесь. То есть, да, бывают сложности в этом. То есть у тебя сложности обычно в цветовой гамме заключаются, ну, или? Да, бывает цветовая гамма, бывает сама постановка, как ее правильно расположить, где она должна стоять, чтобы никому не мешало и никого не запачкало. То есть я как говорил ранее, что здесь чистым выйти, ну вот никак. Кем ты себя видишь в дальнейшем? В дальнейшем вообще я поступаю на актера. То есть не по своей специальности. Это у тебя как хобби или вот как ты к этому относишься? Больше, да, как хобби. Айбет и курса дизайна факультета студент Шаракзар Рхейт Клана Азейпшца Наракзойт. Апснеи цердру асахи тыхуй чарей хараю кария цари урта ялгейт. Зукрах и нею ахатра квазыпсахша, а чара хира адзо цари урта гыр ацанак бойт хатпылазы. Ратахума Цариурта Ялго Зиксахя Тыхуича Ходзом, Ахаубриана Цариурта Ауштымта Чаркан, Зха Усад Зула Сахя Тыхуи Кеха Сабала и Шабгалард Стаху Маджум. Урт Дреуб Апща. Поступила туда, в принципе, достаточно взрослым человеком. Мне было интересно услышать все, что я могла услышать, увидеть все, что я могла увидеть, принять то, что могу принять. Ну, во-первых, я заканчивала класс живописи у Виталия Кацуба и рисунок я изучала у Зои Аджинджел-Квашевны. Это то, что у вас, допустим, в голове получается воссоздать? Нет. В голове, как, ну, вообще человек — это миллиарды мыслей. Они у тебя в голове, это какие-то картинки, образы, цвета. Все это иногда расположено правильно, иногда это в хаотичном порядке. Ты иногда имеешь какую-то картинку, хочешь ее воспроизвести. Естественно, это у тебя не всегда получается. А может, пока ты ее пытаешься воспроизвести над этой картинкой, в итоге может получиться что-то совсем другое. Может быть, даже интереснее того, что у тебя было в голове. В общем, ну, мне кажется, творчество — это не совсем какая-то четкая закономерность. Плюс это определенные правила, определенное сознание, но еще то, что от тебя вообще не зависит. Наверное, поэтому в этом есть какое-то... Это как приключение, которое с тобой происходит. Живопись вот для кого-то как средство общения, для кого-то как вся жизнь. А вот что для вас живопись? Знаете, ну, часть моей жизни, наверное, я так могу сказать. Потому что помимо того, что мне необходимы люди, моя семья, все то, что мне интересно, ну, это такая же основная часть моей жизни, как и люди вокруг меня, которых я люблю. А вот есть ли среди работ то, что вы вот на ощупь смешивали, то есть не зная итог? Все работы.
Да? Да, здесь нет работы, которая... То есть, ну, обычно, как художник садится, он знает, что он будет рисовать, в каком это цвете, ну, чаще всего, зачастую. Так вообще у меня обычно бывает, наверное, с живописью, но так как это все-таки больше экспериментальное, я все еще учусь работать тушью. Это для меня новый материал, и почти многие из этих работ, конечно, были выполнены больше эмоционально, и ну, это был все-таки эксперимент, наверное. И потом результат экспериментов. Ажакала уйнас ойсара пафасла акумпан псатали ухоузер, ахатыр традиция камо. Хатхазша камо, яхугар яхапа бри, вагэмшхара, йоколцоя бра. И язумар хавазар, яларкура, яшадзам хэсэпхэдзот избанзара бри, харасарасаби пара яяхабуги, яадзэхэйта бра, макяна рыбстазара зэгэ хирак зэгэ бремя пэсвэ. Арцэйтшаге, арцэйрат илазараге, яйбаадзэхо, ялшахоги мальцам. А я шахолзер, а бриехат свит юко зиги зиги, я гей мать ахшарги, я реб зороб, а брихакалак пште бриепта, а браги и лаширак цо, дрижрак цо. А зараз зарц дахуйзе акура пенгладзем лхойт султана. Лара хазалхрат факультет далгахит ахаам танца бзи илба устшхех данагит. Скажу пару слов о своей работе, которую я делаю на данный момент. Это просто мое настроение. Вот, решила сделать вот такую девушку, утонченную, думающую. Еще хочу сказать очень важную вещь. Когда мастер делает свою работу, он очень сильно отвлекается от своего быта, от своих проблем бытовых. То есть это такая возможность чуть-чуть расслабиться. Ну, во-первых, до того, как сюда прийти, я пришла сюда в достаточно зрелом возрасте, не буду называть в каком. И имела я отношение к производству сувениров ручной работы, к которому я тоже пришла как-то сама. И в прошлом году я получила диплом скульптора. В плане знаний, которые мы получаем здесь, именно учась на специальность, они замечательные, они большие, конечно же. То есть мастера отсюда выходят, просто вопрос в том, что мы уже зависит от человека, насколько он воспринимает эти знания, насколько он может воплотить в своих работах, потому что это творчество, это не просто так вот тебе поставили задачу, ты ее решил. Вообще хорошо оплачивается работа скульптора? Вы знаете, по окончанию, где-то через месяц мне поступил заказ. Позвонила мне прекрасная женщина, попросила сделать работу на стене у себя дома. Я ее выполнила, слава богу. Все остались довольными. Цены, я считаю, что этот труд, конечно, он... Ну, скажем, что не все понимают, насколько это трудно и насколько важно человеку, чтобы его труд был оценен по достоинству. Но я столкнулась с хорошими людьми, которые мне неплохо заплатили. Сейчас, на данный момент, я занимаюсь только изготовлением своих сувениров и своих заказов, которые мне поступают. По поводу своих сувениров, тематика национальная. Я делаю аджинджуху, делаю перчики, магнитики. Инал и Аслан и Рецари урта ауштым тачару. Даракучерала яхи аурс драма театрах на сахе тыхуйча саус рвэйт. Вовязы спектакль чыцазы ар партве декорация куарей пурфера ячуб. Сану хучи захас исвапхо на сахе тыхра школач, ки нас ачимчира хацалон, айт слабра куахама, на аюба петыпка юин пхан бизгахан. Исвапхэт апхэ аяцы стапс фан скуитаскан стаачвасыц хран. Старт этого васаха тыхарта. Ва учили шаштах аусшис ваз и Куапхан Виталий Янкович Кацва арах апхрасит абрай ичо аус сурц. И цаха убихет ус Куапхот и хан абрах сайгет. И пшишук сацвет абра ус и цаха уиште аам танцымо Абри зызгузеги яхтыс хоп, яхтыс хоп, нас
амтан сумо картина хочко китс хвет авардын хочко астот апацха хочко астот амтан сумо нас их доя бреуса сара расах напшапш зелка усуба машера ваха ама шара зинза как узым друара залагацом хочик хех цоги друа зароб усуша унацланки узыгамцоб Яраусса брия спектакля за декорации ахата раз яра процесс фишпала курабхе зеркала. Амта харто амта юсат хсат к ашим тан хайзот ашкун сой нарахуна айз гарахала гот ёб акып хну чакану харгуло амтала хахзот амте хаму алла ахмад сагзагбан зиги хна хопшва якагума икнаха тума, иштых тума, ялаца тума, и вуси мацакзаку не ахцот. Пари вожах задглуй, а райхе яхбу, и зызгу ярбан спектаклю? Абка, уже яхвап абри, абарти ейбу тарту ихоб, абарти ахозар абнагынпи изганы, ибханы, илхны ахгет, нас ебахтет, шахах атахыз и чахвет. Ариги у нацилани шабалаги узаца зомары, и панги ахцет, и яхшишит. Алабаква ялар гыланы ахцет, насара яд ахцаз геоб. Ус и маря дзамб, ус и маря геоб, аха. Выгер раир, епшцам. Усам, хал яхвяба ам татаху, усам я шагаш атхалы. Спектакль ка жауштраз мызкынары хана. Псабарала ғыбы үзлу ачары мачым көй хаму, ұртырал пшара, ра артыра, ғыбы қырқар татароб қыққыс яму ауат бия сахеті қырып цырай ұртыр.